Привет! Сегодня на обзоре попался вот такой замочек дом. Сейчас покажу. Вот такой у него ключик. Ряд пинов, два пассивных и вот такой интерактивный шарик. И для быстрого открытия есть вот такой импрессионный ключик. Сейчас я покажу, как это все работает. Значит, берется обычная фольга. Берем ее, равняем. Ну, или можно брать просто обычную листовую, 0,5. На ключе на обратной стороне придается форма. Носик загибается. Здесь вот обычной кредиткой, карточкой. Придаем фольге форму. После чего перекладываем на обратную часть и аккуратно вставляем замок. Сейчас покажу, как это работает. Так, чтобы ключик не царапать, я вот так его возьму и вот такими движениями вверх-вниз аккуратно, не спеша. Я качаю не сильно. Есть такие замки, что где сильно давишь, они наоборот не открываются, поэтому качаем спокойно. Все, у нас ключ. Ключ почти работает как родной. Покажу. Позже у нас появится полноценный самоимпрессионный инструмент. Пока, вот, если кому-то интересно будет, есть вот такой ключик. Пока.